Иностранцев есть возможность получить вид на жительство в Грузии. И у них есть две возможности, как можно это сделать, по недвижимости или по инвестициям. По недвижимости, если человек хочет получить вид на жительство на 3 года, он должен инвестировать $100 000. По инвестициям должен инвестировать $115 000 и получит вид на жительство 5 лет. Для этого только им нужны документы, подтверждающие инвестиции, и письменное рекомендательное письмо члена правительства Грузии или же письменное рекомендательное письмо 3 граждан Грузии, уполномоченных представлять субъект бизнеса, действующих в стране. Еще я могу сказать о нашей компании, что наша компания основана в 2013 году. Диверсифицированный портфель нашей компании 250 миллионов. У нас 9 завершенных проектов. На сегодняшний день у нас 11 текущих проектов. Партнеры у Emerald Group в 11 странах и 2000 сотрудников. В Грузии можно инвестировать и покупать квартиру в Тбилиси и в Черноморские курорты, конечно же, и горнолыжные курорты, и 4-сезонные курорты. Самое главное, что все те города, может быть, и Батуми, и Тбилиси, не только курорты черноморские или горнолыжные. В Батуми можно и летом побывать, и зимой побывать, потому что после 1.5 часа вы будете в горах или, если вы хотите, на море. 4-сезонный курорт тоже в Тбилиси, потому что Тбилиси очень древний город, и очень много чего можно там увидеть. Сейчас самое главное часть моей речи – наши проекты, проект «Марап», да, который находится в Тбилиси, и этот проект отличается от других в том, что имеет самый красивый вид на город. Видно впереди на города, вид позади – на горах. Еще один проект у нас в Тбилиси, недалеко от проекта «Жвания», от проекта «Марап» до «Жвания», который нестандартный проект, можно так сказать. Проект еще Готуа. И самый главный проект, который есть у нас на сегодняшний день, проект Кабулети, который, я думаю, что будет лицом нашей компании. И очень важный проект нашей компании, проект Батуми. И проект Тихиздили. Если будем говорить о горнолыжных проектах, у нас проект есть вместе, который текущий на сегодняшний проект. В целом этим занимается наша компания, и, как вы поняли, мы нестандартно работаем, и у наших покупателей есть очень-очень много возможностей. Надеюсь, что вам понравилась наша компания и наш проект, который я вам представила. Спасибо вам огромное.